Череда перестановок продолжается. Губернатор края Виктор Томенко подписал документы о новых кадровых назначениях. Теперь уже экс-руководитель управления по туризму Юрий Захаров станет начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу. Управление по развитию туризма и курортной деятельности возглавит Евгений Дешевых, который до этого руководил управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Этим ведомством, в свою очередь, будет руководить бывший заместитель управления по туризму Александр Евстигнеев. В кресло в Рио начальника управления спорта и молодежной политики сядет Юрий Самсоненко. Министром здравоохранения станет Дмитрий Попов. До этого он занимал пост заместителя министра здравоохранения Красноярского края. К слову, Наталья Белоцкая пробыла в статусе в Рио министра здравоохранения всего 3 дня.